так веселее все равно. Лучше, чем играть с ботами. Ну да. Чпок, чпок, чпок. Ну он, кстати, включился. Да, ты боксер у тебя есть? Ну, я что-то ложу. Звук. Пропал. Блин, у меня не старый. Что делать теперь? Смени. Кикбоксер! Это не стандартный халва, но это все равно весело ведь. Нормально же отсюда. Это ты был? Да. Ты что-то заметил движение? Я вот так же, не то, что ты выбегаешь. Хуя меня раскуярило. Адок, имеешь в виду? Надо проще брать эту хуйню. Как? Макс вообще, как он не убивает так быстро? Да что там вообще стоит Макс, но не висит. О, ты с этой ракетницы. Фотошоп тут бегает. Скучные пирожки. Блюдок бегает. Нет, даже не я. Ну что, будем штурмовать эту хуйню? Нет, сзади. Их там. Я так их не успею забежать. Что-то бьет меня. Внутри? Нет. Я внутри, но у меня член скипел. А, я выжил. Как выжил? Угадай. Ты внутри был? Нет. Как? А ты мир был? Я подпрыгнул. Я дохрен. Чем это было?
Макс какой-то странный. Он вообще неприятно не знает. И свету с таким вообще. А ты выведет как нормально будет, не? Как остановить тебя? Да. Уже нечто. Очень плохо на самом деле. Мы живем. А где базуки ракеты? Ракеты можно подобрать. Знаешь там, где револьверы? Ну. Вот там лежит. Чпок начал интересные вещи творить. Там же зеленый. Только сейчас понял. Ну куда? Что говоришь? Отключил свое дерьмо. Так это я включу. Пойдите. Больше чипку бы заработать, как бы цена. Я не думаю, что с таком поиграли при своем дереве. Не посмеется, не знаю, как он. А, блин, завязывай. Ага. Убей меня, пригни меня. Не хочу убегать, только не так. Нет. Черт. Ты видал, он тебя убил, короче, пошел патроны подбирать в все эти комнаты. Я взял его и убил. Либо нет.
здесь. Смог чпок обойти, ура. Прикинь. Блин, ну чпок заиграл. Макс вышел, и все, можно жить. Лол. Пошел собирать патроны и получил расстрелы. Да вообще. Сейчас hellodem.org, он вообще играет? Нет. Он да. Но он какой-то аутист. Возможно, был. Надо его постараться не сильно аж понять, потому что вдруг он... Не сильно шпинять, 0.20, посмотри его счет. Можно в нем счет понабивать. Да как хули нам сейчас остается? Только GH. О, тут зашел. Как сменяется, даже двое. Вот он, пришел там с Ильёй. Там пиздец, разрешили. Кто это включил? Без понятия. Блять, это шел ДМ включил. Это наш клиент. Получается. Но у меня будет. Еще бы, еще бы. Я не знал, что это ты. Это базука. Я не могу вызывать чемпион. Бывает звуки. Там Кока-Ко. Я больше не забрал. Хуя. Хэл, дэм, первый фраг. На мне. Прикинь? Ага. Он взял базуку вот эту и хуя. Впрочем, понял фичу. Николя, привет! Блядь, что за уёбок?
Это мы такими были. Блин, они такими конченые. Вы там кое-что. Ты вот так что-нибудь делал? Подскажи мне. Привет! Просто нет, как я больше людей. Ничего. Хуя! Тебя плохо слышно. Блин, я не смог. Я ж слепой. Адреналин бустер. Ты запустил хуйню? Да. Тихо слышно очень. Там с бузукой идет товарищ, осторожно. С опасным бузукой? Да. Нас. Да блин, я походу. А нет. Нет, смотрите, как будто. Вот так клево. Я умер нормальной смертью. Ну как это было? Юрки. Юрки Тида. Николай лучше интересные вещи делает. Что? Николай, Россия. Чё, блядь? Я не могу понять, что он говорит. Я тоже. Ну сейчас я понял, что он сказал. Это Федор? Да. Я не могу с ним. Бред Таукена. Таукена слева карту, там можно устроить. Придачи без холодильника попробуем. Никола Тесла!
Найти стратегическое оружие. Так, основа здесь. Вот, нужно найти стратегическое оружие. Сам знаешь какое. Ракета? Там есть на тебя похожий. А, тут есть точно? Тут есть патроны к ракете. Угу. Вот я нашел. Один хп остался. Схватки на тробовиках, это интересно. Ортодокс. Чё, ортодокс? Он убил меня, ебанутый. Чё с тем не так вообще? Тигрёнка ты, ебанутый. Дурной. И кто-то в дезерт игл лежит. Точнее, не знаю, что он вообще даётся. Это ж дерьмо уже. У-ху-ху!
Просто чтобы на шару говорить это или чё? А, я понял, он, короче, говорит не Юрки, а Юрки, прикинь. Да, да. Я думал, он Юрки говорит. Я думал, говорит Юрки пидор. Прикинь. Он, походу, просто попал и говорит шарами. Ты меня слышишь? Чё, кто слышит? Не знаю, возможно я. Кто там тебя слышит? Ты чё? Завали хлеборезку. Хлеборезку завали. Чего? Ты сказал завали хлеборезку. А? Воу-воу, полегче, папа. Ща, вообще не понял. Говори, блядь, вообще жесть, блядь. А вы чё, федерация, ребята? Бля. Сука. Ты меня офигдил. Нужно уметь воевать за ресурсы. Там рядом лежал полностью заряжен. Ой-ой-ой. Блин, с чего я на небес взял вместо этого маленького? Это ёбнуть. Да это ты инвест сложен. Я тебе буду дать. Хуя там серым
Там киберская точка клевая. Артабан, а кто лучше за счет? Ты или твой друг? Смешно. Сосешь ты? Ты. А да что? Ты же школьник. Это я не из вашей компании. Флейм будет всегда. Вот что я скажу. Чего? Флейм будет всегда. Это что? Теперь нас там будут хитереть все. Ага. Всегда найдутся хейтеры. Да он на команд просто не хейтер. Там включил себе уязвимость ебаную. Это лох. Не спалят. Блин, догнался. Блин. Упс. Блин, как это появился. Не плачь! А где ты говорил клевая точка для тебя есть? Там какие-то кусты есть, блин. Сверху и снизу. Ну, в той части, где базука лежит. Впрочем, это тоже не клево, просто там профессор серый сливается. Да не кажется, ортопед лучше. Чё он? Ортопед что? Да, тут ортопед. Не знаю, что это ортопед. Ну, он, видимо, имел вот этот докс. Это теперь скорее, так что... Ортопед. А это пьет. Я король Half-Life. Чё он там сейчас говорил? Он говорит, что он король Half-Life. А. Конечно. А это пьет, да? Ради такого можно играть парадоксальным дефистом. А, ладно. О. О, с гамой перескоки. Чтоб вообще этим был. Чего он орёт? Ты фиг делал. О, он стал джимом. Да, я про это говорю вроде. А, да, я просто. Блин. Ты лучше сосёшь, наверное. Ты какой?
Ты вообще, блин, я не могу. Можем строй поплавить. Кто тут? Что тут? Не, ну, блин, как ни крути, согласись, что такие не были. Не были. Ну что, настолько поехавши. Вот рядом, по звукам. И патроны закончатся, как у меня неведомо. Бля, этот ортодокс играть вообще не умеет, вообще. Ну вообще не умеет. Кто не умеет? Эксперт. Вот играть не умеет, я не понял кто. Какая разница? Ну, чувак говорит, инфу, нужно работать. Старается. Ортодокс, ты игрок вообще не умеет. А, во, это он мне. Ортодокс? Да. Ну ладно. Как шибить? Блин, не извини. Хе-хе-хе, берет, сам отдается. А с другой стороны, вот этот чел, короче, там без дилей, он меня видел, когда я под инвизом был. То есть он не будет больше не скажет. Данила, ты... Что ты такой плохой игрок? Какой? Я не знаю, потому что все уже. Ну, ладно. Потому что не стоишь.